У нас тыквенная неделя, блюдо с квашеной тыквой в отдельном плейлисте. Сегодня покажу, как сделать кимчи из тыквы. Нам понадобится кусочек тыквы. Берите очень плотную тыкву. Пекинку и тыкву порежьте кусочками одинаково тонко. Добавьте соль. Нужно немного помять. Пусть постоит минут 15-20. Овощи должны стать пластичными. Морковь, лук порезать тонко. Зеленый лук длиной примерно 5-6 см. Приготовить соус. Чеснок, имбирь, паприка, острый перец. Совсем немного сахара. Порезать мелко или перетереть в однородную массу. Можно добавить креветочный или рыбный соус. В капусту с тыквой прибавить остальные овощи и соус сложить в банку, уплотняя, придавить грузиком. Закрыть и квасить всего 1-2 дня на столе. Затем убрать в холодильник на несколько дней, примерно 5-6 дней или меньше. Не рекомендуется квасить долго. Готовьте небольшими порциями и употребляйте быстро. Чем дольше вы оставите его в холодильнике, тем кислее будет на вкус и сама тыква станет мягче. Если вам нравятся более мягкие овощи, то храните около месяца. Количество ингредиентов в описании.